А вот интересная и очень полезная игра для того, чтобы не только руки развивать, но и развивать навыки в дальнейшем одевания, а также способность самостоятельно находиться наедине с самим собой. Вот ребенок привыкает всегда видеть маму. И почему он плачет? Потому что мама, когда исчезла из поля зрения, как будто для ребенка может показаться, что она исчезла навсегда. Но вот когда ребенок сейчас, он же находится наедине с самим собой, он теперь опять маму видит. Вот так он, когда он находится наедине с самим собой и не видит маму, он понимает, что через некоторое время он маму все равно увидит. Оп, где? Вот он. И плюс он еще может самостоятельно полотенце сдергивать с лица, что развивает моторику рук. Но и через некоторое время понимает, что это полотенце можно обратно на лицо поместить, что необходимо для навыка одевания.